удивительное видео из трех частей состоит, как мы, как я прихожу с экскурсии на корабль, что два раза меня прервали проверкой документов. Ну, такая легкая проверка, карточку показываешь. Вот, ну да, там, кстати, на западном побережье в Калифорнии намного строже. Вот такая пристань. Я иду к кораблям. Задом, что летит. Я иду к кораблям. А, летит передом, но можно корабли показывать. Вот, я иду к кораблям и показываю корабли. Вот наш Celebrity Infinity и еще Norwegian Cruise Line, Norwegian Escape, корабль Norwegian Escape. Ну, такой покруче нашего, видно, более новый, чуть-чуть повыше, на пару этажей, ну, вот, или на один этаж. Так смотрится, смотрится поновее, чем наш. Ну, вот, интересно. Много разных кораблей. Это реклама. Много разных кораблей интересных, как говорится. Главное, каждый должен заниматься своим делом, да, как у меня были раньше все видео. Но они есть, как я написал ранее, о том, что каждый должен заниматься своим делом, которое ему приносит моральное удовлетворение. Вот такие дела. Ну что ж, красота необычайная. Это наш корабль, это второй корабль Norwegian, и туристов, куча туристов, включая меня самого, идет на посадку. Очень много иностранных туристов, в смысле, не только с Америки, а и со всего мира. Япония, Канада, Европа. Я встречал людей здесь. Ну что? Ну классно. Классная поездка. Как говорится, отдых нам необходим. Туристы что-то переволновались, кричат, увидели корабль свой и идут кричат. Вот. Разволновались. О. Кстати, я свою окошечко тут могу сейчас увидеть. Я подхожу как раз со своей стороны. Вот. И это мое окошечко. Ну, короче, возможно, вот это. Возможно, вот это мое окошечко. Да, интересно. Мы идем с экскурсии, такие все довольные. А кто на экскурсии не ходил, смотрит на нас и думает, откуда такая толпа довольных людей идет. О, наш тоже корабль классный, в принципе. Там просто спереди. Он выглядел не так выгодно, как этот сзади. Вот, тут два корабля стоит. Это Мексика, Карибский круиз. Декабрь 2019 года. Жара. Ну что, сейчас посадка, опять проверять будут документы, карточки этого. Пассажиров будут проверять. Так что я прервусь до следующих видео. Мечты сбываются прямо сейчас. Не когда-нибудь, а прямо сейчас. Ну что, классно. Ну, до встречи. Опять идет проверка документов.